Всем привет! Вы на канале Spiders TV. Сегодня я купил новые контейнеры, как вот для своих пауков, так как многие пауки просто в парлах их на условиях живут, потому что у меня нету контейнера. Но сейчас я не для пауков пересажу. Вот этот большой контейнер я купил для своей любимой самки Тигинарии стеной, вот этой вот, который у меня почти 10 сантиметров. Для тигинарии стеной, я хочу сказать, это довольно хорошие размеры, так как вы редко встретите самку уже даже, ну, тигинарию стеной хотя бы сантиметров сколько? Хотя бы сантиметров 8. Уже довольно редко встречаются особи больше. У меня почти 10. Сейчас мы предложим поесть, и она не будет... А нет, она будет есть. Значит, придется пересадку отменить. Чего у него брюшко-то такое? Толстяка вон съедут. Ну ладно, если она хочет есть, тогда пусть ест. Пересадим пока других. Вот кормление засняли. Да, Фобуса, умный. Галстук шевелиться не надо. Так, где моя зубочистка? Зубочистка мне сейчас поможет. Этого умного зафобусника. Все, вон его схватил. Ладно, тогда пересадим других пауков. Я еще много кого сюда хочу посадить. Вот эта вот самка, она уже почти 10 сантиметров у меня. И она вообще нормально все питается. Обычно пауки уже перестают питаться к нескольким месяцам до смерти. Потому что они, ну... Все, они уже понимают, что им просто незачем есть, так они скоро умрут. Ну... А это, видите, ест, значит, она еще вполне себя хорошо чувствует. Ладно, так, пересадить я хочу вот это вот крестовика, которого вам показывал, я вот пока не пересадил. Вот он здесь вот. К сожалению, контейнера для своего кругопряда, вот этого вот паука, я не нашел вот такого вот вертикального. Не увидел-то. А вот такое для них не подходит, потому что им нужен это. Ну, чтобы они плели свои большие круглые паутины, им нужен вертикальный контейнер. В таком они просто не будут паутины плести и не смогут питаться. Так, сейчас отберу палки какие-нибудь подходящие. Вот так вот я обустроил. В принципе, нормально будет здесь. Так, теперь давай. Так, немного не туда. Ладно, мы это сейчас исправим. Так, не кусайся. Казалось, что меня он укусил. В любом случае, это вообще ничто. Его укус. Сравнивать, например, с каракуртом, вот с этим вот моим. Кстати, каракуртом мы тоже скоро куда-нибудь пересадим. Ну, там живется явно нехорошо. Попробуем эту стяду сегодня покормить, так как она тоже должна быть голодной. Ну, главное, чтобы вот это вот покормили мою вот эту вот любимую самку. Вообще у меня такая большая прям... На тигинаре это очень хороший размер. Так, кого мы дальше пересадим? Сюда. Ой, так, сюда мы уже заселили. Я думаю, здесь вполне хорошо будет. Так. Вот
тогда потом посадим, сюда вот, который вот в этой баночке. Сейчас ему тоже обустрою здесь. Ага, вот ему обустроил. Теперь... Так, давай сюда. Все. Вот он. Вот здесь он тоже нормально жить. Он здесь немножко плетется. Мы будем его кормить. А уже пересажены. Так, поищем еще, кто у нас плохо живет. Так, ну, опа-на. Ребята. Так. Интересно, чьи-то получатки. Стядут гросы черные или стядут гросы каштановые? Точно не знаю. Возможно, то и то. Скорее всего, стядут гросы каштановые. Ну ладно, так. В принципе, стядут гросы... Это стядут гросы и так там хорошо. А кого мы еще можем пересадить? Так, ну, наверное, мы пересадим из вот этой вот банки. Пересадим тут маленького паучка, крестовичка, вон он. Там сидит, вон он, видите. Мраморного пересадим вот в этот вот тоже. Там. Сегодня я сниму уже второе видео, выложит как типа обзор на мою коллекцию пауков, так как с первого моего видео, где я показывал свою коллекцию, у меня очень много пауков изменилось, очень много новых пауков. Там почти через видео у меня новые пауки были. И я сделаю видео и снова вам покажу вот всех прям моих пауков на данный момент. Так, все, мы пересадили. Пока я хочу просто обустроить вот террариум. Ой, ну как контейнер это для... Так, это вот. Берем субстрат. Кстати, генерить субстрат не сильно обязательно, но я просто хочу. Сейчас его засыплю сюда. Так, вот смотрите, вот так вот я обустроил. Ему я поставил только вот туда он еще вот это вот укрытие его. Ну все. Это убираем. Паучок там уже начинает этот маленький плестись. Ну пусть. А сейчас мы попробуем покормить вот эту вот стяду, так как она голодная. Она явно голодная. Вообще сегодня в зоомагазине сверчков тех не было. Ни сверчков, ни зафуса. Давно хочу сверчков купить, так как... Сейчас... Давай. Так. Дивный. Ждем реакции паука теперь. Он вообще по барабану. Что там такой аппетитный зафус? Он паук. Видите, паук. Ну, ладно, не хочет, это не хочет. Основное то, что я хотела сегодня заснял. Таких вот новые контейнеры. Плюс заснял кормление. Довольно хорошо. И все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.